Подождите, вот я не понимаю, как Кличко мог проиграть этому Тайсону Фьюри, а? Ну как? Блин, ну это же спорт. В нем возможно все что угодно. То есть больше 10 лет он никому не проигрывал, тут на тебе произошло. Это нечестно. Не, ну я тебя, конечно, понимаю. Патриотизм, все дела, но он честно проиграл. Да при чем здесь патриотизм, Витя? Я на победу Кличко поставила $1000. Ты серьезно? Да, а все из-за тебя. Потому что кто говорил, что Кличко самый непобедимый, самый лучший? Лен, ты с ума сошла? Ты что, поставила все деньги, которые я тебе выслал? Нет, не все. Только половину. Ну, хоть так. Я надеюсь, вторую половину ты не поставил на «Динамо Киев», что он победит в Лиге чемпионов? Ну... Что значит «ну»? Ну, там просто такой хороший коэффициент был. И ты не переживай, не обязательно выиграет. Ты же сам мне говорил, что «Динамо Киев» – самый хороший футбольный клуб в мире. Да. Жалко, наверное, такого попугая лишиться. Это же Жако. Это не ада. У меня у самого такой был. Умнейшая птица. Целыми предложениями разговаривал. Жалко не попугая, а полквартиры и машину. Понимаете, пока жена была в отпуске, я пару раз девчонок приводил. Ну, жена вернулась, мы в постель. И тут попугай как начнет. Вжарь меня жестко, лысый! Вжарь меня жестко, лысый! Хорошо! Все, развод. Вот это перец! Привет. Привет. Слушай, отлично выглядишь. Спасибо. Ну, ты готова? Можем идти? Да, пошли. Дося, Иночка, кто это там к нам пришел, а? Это Саша, мам. А, это той, якого Бланш напіврила. И він вчора приходив, а? Мам, то Игорь был. А, поняла. Це той крендель, з яким ти в ломбарді познайомилась, а потім він у нас усі серебряні ложки свиснув, ага? Мама, то був Віталік. А, я вспомнила, кахануля моя. Це той жирний, який прийшов Windows переустанавливати, а потім неділю жив у нас, єлі вигнала пінком під сраку. Мама, то був Славік. І взагалі, яка різниця, який Саша? Саша і все. Лучшая женщина та, что заставляет забыть об идеальной. Ну да. Напиши так, что если они не выполнят наши условия, то есть твои условия, ты будешь голодать до последнего. Написал. Значит, вот эту маляву передашь на свиданке своей жене. Пусть она найдет переводчика. Тот, значит, переведет на английский базар, а жена пусть отправит туда в международный суд по правам человека. Они, значит, раздуют это дело. Да что за скандал? Журналисты приедут сюда. И вот тогда, возможно, администрация колонии изменит условия содержания. Так, может, вы голодовку объявите? Да мне не поверят. Я же с малолеткой по тюрьмам чалюсь. А ты у нас первоходец, интеллигенция, хакер. Тебе поверят. Может, тогда я последний раз поем перед голодовкой? Не-не-не, ты что? Ты перед приездом журналистов
должен выглядеть соответствующим образом. Плохо-то, а? Ой, ну что ж вчера было, скажи. Лена, это я вообще-то у тебя хотел спросить. Я весь день вчера тебе дозвониться не мог. Ты где была? Витя, слышь, принеси водички, а? А, я забыла, ты ж не можешь, да. Что было вчера? Ну что ж, мы с девочками посидели. Разошлись по домам. Все. Да ну! Угу. Ты б тогда не умирала, угу. Как сейчас он. Где вы были? В клубах были. Что, в нескольких сразу? Ну да, Витя. Так, сколько денег потратила? Наверное, все. Я тебе вчера $300 высылал. Зря. Лен, и какой, интересно, у вас повод был? Не хочу тебя, Витенька, расстраивать, но, походу, твои $300. Лена, ничего, что утро еще? О, я думала, мы уже поговорили, Вить. А ты что-то еще хотел? Хотел, Лен, я хотел тебе сказать, может, хватит вот этого алкоголя твоего, клубов этих тусовок. Тебе, Лен, между прочим, еще детей рожать. А как, Витя, когда? Сегодня у меня не выветрится, честно тебе говорю, Лен. Да не сегодня. Вообще. Фух, напугал, боже. Ведь можно еще посплю? Можно, пожалуйста. Все, пока, Лена. В эфире радио «Жара». С нами жарко. Это Аня. И Ваня. И начнем мы наш сегодняшний эфир с темы «Может ли продолжаться дружба между мужчиной и женщиной после случайного секса? Или женщина будет ждать от вас большего?» Обсудим эту тему после новостного блока. Ваня, я же тебе утром еще сказала. Все, было и забыли. У меня нет никаких претензий к тебе. Точно? Да точно! Крутяк. Эх ты! Дружаня ты мой! Родимый! Привет, Лиденька. Ты что-то хотел? Да нет, просто решил набрать, сказать, что соскучился. Ой, я тоже очень-очень по тебе скучаю. Лен, у тебя там что-то упало? А это Барсик, котенок. Я его на улице подобрала. Лена, а где у тебя кофе? Витя, это не то, что ты подумал. Так, Лена, скажи своему Барсику, чтобы валил из моей квартиры, пока я не приехал и его не кастрировал. Добрый день. Чем можем вам помочь? А вы не могли бы проследить за мной? За вами? В смысле? Понимаете, я после 100 грамм алкоголя вообще ничего не помню. И где бы я ни начинал пить, уже через час я туда каким-то образом привожу каких-то двух тёлок. Ну, мне об этом потом друзья рассказывают. И что самое неприятное – жена. Понимаете? Ну что ж, мы берёмся за эту работу. Федя? Да. Давайте обсудим нюансы.
Божественно красивая женщина часто обладает дьявольским характером. Та-да. Добрый вечер. Добрый. Девушка, я смотрю, вы тут выпиваете одна. Можно к вам присоединиться? Можно. Прикольный такой коктейль. Витя, привет. Привет, Лен. У меня для тебя отличные новости. А, ты в лотерею джекпот выиграла, да? И мне не нужно будет больше корячиться на этой работе вот вечно, да? Нет, Витя, лучше. Я научилась экономить. Так, да ты чё? И на чем это ты, интересно, научилась экономить? Я заказала флешку через интернет за 100 гривен. И потом смотрю, а у них доставка стоит 50 гривен. Ну, ты решила пойти в магазин и забрать ее сама, правильно? Нет. Я на сайте посмотрела, что при заказе товаров на 1000 гривен доставка бесплатна. И я заказала себе iPhone за 20 тысяч гривен. За сколько? За 20 тысяч гривен. Я сэкономила 50 гривен. Я молодец? Так, что тут у нас? Минуточку внимания. У меня объявление. Это Ирина, наша новая сотрудница. Прошу любить и жаловать. Александр, введите Ирину в курс дела. Так, значит так. Вот это Катя. Это секретарша нашего шефа, она с ним спит. Да. Вот это Антон. Он у нас менеджер по продажам. Он влюблен в Катю и тайно встречается с ней. Боится, что шеф их застукает и тоже. А там в углу Миша. Миша у нас разводится. Да, он сейчас в разводе. Так, кстати, если вы там подыскиваете себе жениха, очень-очень неплохой вариант. Да. Ну, в принципе, все. Вы в курсе? Какой симпатяшка. А нас точно никто не застукает, а? Точно. И тачметалала, мой дин-дин-дон. А нас точно никто не видел? Точно! Не точно! Не понял, что ты тут делаешь? Уходи! У меня сегодня на вечер планы. У меня тоже сегодня на вечер планы. И я, между прочим, раньше сюда пришел. Да? А сегодня моя очередь. Ты вчера комнату занимал. В смысле вчера? Мы вчера с тобой не виделись. Ты сказал, у тебя живот болит. Я тебе потом все объясню, не лезь. Ты, между прочим, всю прошлую неделю занимал. В смысле неделю? Это когда я на неделю к родителям уезжала? Я потом тебе все объясню. Не лезь! Вы что, вообще здесь обалдели? Пойдем отсюда. Пойдем. Еще в кино успеем. Ир, блин! Зато никому не пришлось уходить. Да. Надо вернуться к составлению расписания. Точно. Второй раз за месяц такая ситуация. Не всякая девушка верит в любовь с первого взгляда, потому что трудно на глаз оценить, сколько кто зарабатывает. Ну да.
вечер, дорогие друзья. В эфире Анал 69 и программа «В гостях у Полины Кастрик». Сегодня у нас в студии уникальный человек. Депутат Рады Игорь Петрович Куркуль. Депутат, который на последних выборах набрал 100% голосов. Добрый вечер, Игорь Петрович. Добрый вечер. Игорь Петрович, расскажите, как вам удалось набрать 100% голосов? Ну, я скажу так. Это было несложно. Понимаете, моя мама всегда говорила мне: сынок, поступай с людьми так, как хочешь, чтобы они потом поступили с тобой. Честность, искренность, открытость – вот мой секрет. Люди мне просто поверили, понимаете? И все. И все. То есть больше ничего не повлияло на результаты выборов? Ничего. А может быть, все-таки тот факт, что все три ваших конкурента исчезли за день до выборов? А кто им виноват, что они так легкомысленно относятся к выборам? Не, ну, представляете, один, значит, залез к себе в погреб, связал руки скотчем и просидел там неделю. Другого вообще нашли голым в лесу. А третий засунул себе носок в рот, залез в багажник своей машины и проспал. Понимаете? Игорь Петрович, вы забыли сказать, что он еще 10 раз ударился головой о стену. Ага, да, точно, забыл. А я вижу, вы тоже в курсе ситуации. Да. Ну и люди подумали, ну как же можно отдавать свой голос за таких странных людей? Ну это же просто опасно, понимаете? А что вы скажете на то, что я знаю человека, который голосовал против вас? Скажу, что я тоже знаю его, царство ему небесное. Но там что-то с бюллетнем, он испортил его, то ли залил томатным соком, то ли кровью. В общем, бюллетень считается недействительным. Понятно. Ну что ж, на этом встреча с нашим депутатом Игорем Петровичем Куркулем окончена. И, как говорится, до новых встреч! Витенька, вот ни за что не угадаешь, что со мной вчера произошло. Ты ходила по магазинам, попала на распродажу и купила у них все вещи, которые были. Я же сказала, что ни за что не угадаешь. С меня художник нарисовал картину. Блин, Лена, ты опять тратишь деньги на что попало. А вот и нет. Между прочим, я не потратила ни копеечки. А наоборот, даже мне заплатили деньги. $100. Ого, ничего себе. Неожиданно. Поздравляю. Но есть некоторые моменты. Какие моменты? Я позировала голой. Ну, он хоть это, не приставал к тебе? Нет, нет. А, фу, ну, тогда все нормально. Ну, я же понимаю, это искусство же, да? Повесим эту картину, знаешь где? У нас в спальне. А это и есть второй момент. Он хочет эту картину подарить массажному салону, который находится у нас в доме. Но ты не переживай. Я уже договорилась у него выкупить эту картину за $1000. $1000? Лена, а не многовато ли? Ты что, Витя? Это же искусство. Хорошая картина не может стоить дешево. Так, что тут у нас? Ну что, давай считаться? Давай. Ты первая. $100. Хм.
У меня тоже 300 гривен. И 100 долларов. А? А? Черт, я выиграла. Так. Только осторожно. Как получится. Ай! Так, все. Сейчас отыграюсь. Угу, угу, угу. Ты в прошлый раз так говорила. Молодец, девка. Скажите, у вас программа защиты свидетелей работает? Ну да. Угу. Значит, записывайте. Пусть у меня будет новое имя. Скажем, Аркадий. Пишите. Дальше внешность. Нос. Нос, значит, хочу курносый. Скулы немного повыше. Бровь. Ладно, бровь пусть остается. Дальше. Мне нужны деньги и жилье где-то поближе к морю. Вы же это все предоставляете? Ну, собственно говоря, в этом и есть идея программы. Очень хорошо. Теперь записывайте преступление. Мой сосед постоянно курит в общественном месте. Пишите, пишите. Ахаха, ржу не могу. Если вдруг девушка начинает задумываться о красоте фамилии своего молодого человека, могу сказать только одно. Беги, парень, беги. О, кажется, Витя попал на новый компик. Здрасте. Здрасте. Что у вас случилось? В общем, вы не поверите. Так. У меня есть лучшая подруга, Светка. Овца редкостная, я ее обожаю. Звонит мне ее бывший. Такой: слушай, мама, ты мне всегда нравилась, как дела? Давай мутить, а? И я такая: блин, что делать? С одной стороны, это же Светкин бывший, а с другой стороны, это же Стас. А с компьютером что? А, пробел заедает. Так а нафига вы мне все это рассказывали? Ну вы же сами спросили, что у меня случилось. Так пробел почините? Да. Спасибо.